Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров, и рядом со мной находится прекрасная Юля Пушман. Сегодня мы проведем на ней тренировку full body. Это тренировка на все мышцы нашего тела. Поехали! Приятно! Итак, первое упражнение, которое мы будем делать, это 20 приседаний. Сначала мы делать будем полный присед. Юля же умеет делать полный присед, да. Потом мы делаем 2 трети, и потом на 30 секунд мы остаемся в статическом положении. Итак, поехали! Полный присед. Полный присед подразумевает вообще глубоко. Юля, это 2 трети. Во. И поехали, встаем. 20 раз приседаем. Ниже, Юля! Я палю. Во, хорош. Сделали 20, после этого мы садимся до полуприседа. Во, полуприсед. Один. Во, два. Юля, четче. Ниже. Еще. Еще. 20. Стоим в статике. Стоим. 30 секунд. Ну так как... Стой! Так как я показываю, Все честно, Так как я показываю... Что делаешь? Стоим 30 секунд, смотрите. Юля, руки подними. Как ты себя чувствуешь? Лед. Лед, щетка, да? Всегда мечтал, он такой сын. Все, встаем. Выполняем это упор лежа. Выход упор лежа. Стоим. Прыжком упор присев. Упор лежа. Упор присев. Упор лежа. Упор присев. Упор лежа. Упор присев. Упор лежа. Давай еще 5 раз. Давай. Я не знаю, как это делать правильно. Все в порядке. Следующее упражнение, которое мы будем делать, это отжимание. Юля сейчас примет положение упор лежа. Все четко, широкая постановка рук. Таз немножко поднять. Все ровненько и поехали. Юля, давай. Давай, Юль, мочи. Вот так, девчонки, работаем. Еще. Даже ты, Маша, которая сидит там и смотрит сейчас, как Юля просто тут напрягается, тоже можешь делать это упражнение. Давай, Юлька. Давай. Не могу. Тебя, Юлька, показывает. Руки вперед. Руки вперед, чтобы... Во. Наклон... Ну... Да. И давай. Юль, только не усни. Во, четко. Работаем на протяжении 20 повторений. На протяжении очень плохое слово. Работаем на 20 раз. Четко сводим лопатки, Юлька, красотка. Тяжело хоть? Ага. Ага, к маме? Тяжело. Все, хорош. Молодец. Так, следующее упражнение у нас будет на пресс, прямые скручивания. Так, поехали. Ноги у нас чуть-чуть согнутые, руки у нас за головой. И теперь локтями прижаты к полу. И теперь скручиваемся. Поднимаемся просто на пресс. Да, не надо сильно отрываться, поясницу не отрываем от пола. Работаем так 20 раз. Итак, ноги у нас немного согнуты, руки у нас за головой, и так скручиваемся, поясницу не отрываем. Юля, молодец, чувствуем свой пресс. Как, красотка? Угу. Что, реально не тяжело вообще? Ну, это не очень тяжело. Все в порядке, да? Офигеть. Вот как бы Юля вот так вот. Вот так и тренируемся. Я стараюсь, мать его. Так, а теперь на бок. Вот. Смотрите, боковая планка Юли. Стоим 20 секунд. Стоим, Юля. Стоим ровненько, держим баланс. Во. Просто круто. Да, держим так на протяжении 20 секунд. Как, Юля, себя чувствуешь? Странно. Странно, таз подними повыше. Во. Нормально? Нет, тяжело. Тяжело, да? И на другой бачок давай, Юль. Туча, когда ты смотришь в стену. Реально. Если у вас есть партнер, можешь пошатать так тебя. Да не, шучу. Конечно же, партнер должен помочь. Так, тоже 20 секунд. Молодец, Юля, молодец. И заключительное, что мы сегодня будем выполнять, это прямая планка. Оп, 30 секунд, поехали, держим. Таз чуть ниже. Юля, у тебя вообще в порядке фигура? У Юли нет живота. У Юли нет живота. Это не живот. Все четко, Юлька выдерживает.
30 секунд отстояла. Красотка. Ну вот и подошел к концу этот замечательный выпуск. Юлю мы хорошо потренировали. Возьмите на заметку эти упражнения. Ну и хочу рассказать, что на канале Юли Пушман есть крутое видео, где мы показываем на ней зарядку, да? Да. Да, видите, как она молодец. Так что подписывайтесь на канал Юли. Там очень много интересного видео. Например, влог из Кипра или из Греции. Кипр, да. Как она ест, как она худеет, какая она красивая. В общем, как я хожу, да. Как... В общем, ставь лайк, он выглядит примерно так. Пожалуйста, поставь Юле лайк, потому что она сегодня просто невероятно красивая девушка. Подписывайся на канал. Спасибо. С вами был Алексей Столяров. И Юля Пушман. Пока. Поцелуй, сделай поцелуй.